В минувшие выходные в Белгородской области в результате аварии скончалась женщина с 6-летним ребенком. Всего в регионе за два прошедших дня произошло 5 ДТП. В них погибли 4 человека и 10 получили травмы различной степени тяжести. Например, в Красногвардейском районе водитель «Пежо», обгоняя КАМАЗ, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». В результате автоаварии 33-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» и 6-летний мальчик, также пассажир автомобиля «Лада Калина», от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. В лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены оба водителя, а также 32-летний пассажир автомобиля «Пежо». А в Ракитянском районе 45-летний водитель на автомобиле «Лада» по предварительным данным не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хёнде». В результате водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте, а водитель корейской машины госпитализирован с травмами. Большинство аварий произошло из-за несоблюдения требований правил дорожного движения, прежде всего водителями. Так что будьте аккуратны, берегите себя и своих близких на дороге.